Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу такой нехитрый летний пейзажик. Мы только что из лета. Сегодня 1 сентября, холод собачий. Вдруг ни с того ни с сего, а пейзажик из лета. И тут у нас подобные места, поэтому хочется взять его и накалякать. Итак, у меня разбавитель. Краски вы видите. Все те же. Я возьму вот этот розовый, нарядный, с желтым. И закатное небо сразу наберу с этой яркостью. Вы видите, я не крашу, а как бы набираю, моделируя. Чуть больше желтости. Разбеленности закату. Под линию горизонта чуть-чуть разбела желтого. Так, это у нас... Это у нас одна кисть была задействована. Теперь навстречу этому цвету придет небо. Белила у нас титановые. Так, а небо у нас придет, может быть, даже каким-то вот таким. Небесно-голубая. С белилами. Немножко разбавителя добавляю. Но сметанный замес. То есть не жиже и лучше не гуще. Тоже моделировательно укладываю. Не раскрашиваю. Плюс розовый. И у нас под линию горизонта розовит, туман розовит, облака розовят. Напоминаю, что я взял другую, вторую кисть для этой задачи. То есть этот цвет отдельно был уложен, а этот отдельно, отдельной кистью. Чиркательно здесь на переход. Там тоже перистые облака. Так, и теперь возьму такую кисть, которой можно уложить сами облака. Опять нарядный цвет. И вот облачка, которые отделились от массы. Плюс этот наш китайская розовая красочка.
всполохи света. Так, и снова сиреневый цвет, розовый, синий. Уже более темно, заслоняя этот светичек. Набираем. Легкий контраст набираем. Вы видите, как я кисть держу лежа к холсту и моделирую содержание. Облачка сюда выходят. Поскольку вдали от света еще чуть-чуть темнее. Растворяются в той краске, которая там лежала. Растворяются. Чуть-чуть добавлю этой тональности и сюда. Тональности, которая заслоняет. И, наконец, уже не такие нарядные облака, освещенные по макушкам с этой стороны. Они светлее, чем их теневое проявление. Так, теперь той кистью, которая с небом работал, она будет применяться и внизу. Моя задача сейчас цветом тени, ведь у нас низ весь в тени, цветом тени избавиться от белизны холста. Здесь могут появиться несколько крыш, там одна крыша есть, но она там такая одинокая, неинтересная. Несколько крыш, домиков. Может появиться храмик и пару крыш. Вот, то есть это вы уже можете добавлять по вкусу. Так, немножко зелень в этом месте. Пусть будет. Ну, в смысле, зелень нарядная. И дальше все это ушло в туман. Можно отдохнуть? Так уже можно и закончить. Так, немножко хочу еще небу дать. Чуть-чуть дать небу легенького содержания.
Вот такие одиночки пусть плавают. Так, немножко дадим здесь жухлой травы. Прям вытягиваю эту траву. Так, и стволик подсунем вот сюда. Вот такой незатейливый сюжет, чисто помедитировать. Пишите.